уже нет! Привет, это мой шеф, бизнесмен Виталий Мурзин. Поехали! По прозвищу Мурзик. Вам знаком Андрей Носков. А это Катя Калычева, невеста Мурзика. Юлия Галкина ее сыграла. Ифанов Игорь, старый мой приятель. Непростой пассажир оказался, сразу и непонятно, кто такой. Очень странно. А это Аня. Моя женщина. Извините, мужики, но я ее поцеловал. Да, забыл представиться. Андрей Федорцов. О, на рыбалку! И все мы из комедии Игоря Каленова «Укрощение строптивых». В кинотеатрах с 29 октября.